Всем привет, друзья, с вами Корвет, и мы находимся в игрушке под названием Self-Isolation. Исходя из названия, то есть изоляция дома, мы будем сидеть дома, работать на удаленке. В общем, в этом и заключается смысл игры. Мы будем играть за персонажа, у него есть своя собственная семья, у которой тоже есть какие-то свои хотелки. Нам нужно будет помогать и своей семье, параллельно работать, решать какие-то вопросы. И плюс здесь еще есть элементы ужаса, то есть тут будут происходить какие-то страшилки. Но их, я так понял, не так много. В общем, будем смотреть, разбираться, что и как. Игра на русском языке, и это меня уже радует. Так, правая клавиша телефон. Ну? Кнопка домой. Телефон я нажимаю. Ну, я понял, хорошо. Правая кнопка, это у нас телефон. Есть контакт, хорошо. Ёлочка, опа, нежданчиком такой Новый год у нас почему-то здесь подъехал, хотя уже весна, уже как бы у нас этот почти май месяц, почему-то у нас ёлка стоит дома, не знаю, с чем это связано. Взаимодействовать. Здравствуйте, жители Юблинской Федерации. В эфире новости на Первом государственном канале. Так, ну ладно, хорошо, новости смотреть не буду. Жмите Е, чтобы пересечь. Что я могу здесь еще сделать? Я могу его выключить. Давай мы его выключим. В общем, смысл в том, что на дворе коронавирус. Вот, люди выходят на улицы по пропускам. И мы работаем как раз-таки чуваком, который эти пропуска выдает. Вот, но работать мы будем на удаленке, то есть из дома. Так, нам надо поговорить. Это, видимо, наша жена Ольга. Ольга, доброе утро, Дима. Я иду в магазин сегодня после работы. Нам что-то нужно купить? У меня типа 10 тысяч юблей, да? Все необходимое плюс вкусное. Только необходимое. Давай только необходимое купим. Купи только необходимое. Хорошего дня на работе. Спасибо. Так, а что еще тут у нас интересно есть? Есть стол, который... Оу, стол, который двигается вообще как хочет буквально, да? Понимаю, понимаю. Че? А, это, видимо, телефон. Телега. У вас новое сообщение в Твиттере. В телеге, я думал, в Твиттере. Начальник, мы тебе нас... Чего? Доброе утро. Как ты уже знаешь, многие переводят на удаленку. Дошла и до нас очередь. Мы тебе поставили компьютер и почту. Твоя задача просто давать QR-пропуска. Что программа сделана только садись за комп и работай. Так, ну пойдем, пойдем, попробуем поработать. А что у нас тут еще есть? Есть толчок. Есть ванна, по всей видимости, да? Да, есть ванна. Отражения нету, ну понятное дело. Так, выйти на улицу я не могу. Свет могу здесь включить. Давай свет мы выключим, потому что нам, наверное, нужно будет оплачивать счета, что мне так подсказывает. Поэтому давай-ка мы, наверное, не будем баловаться со светом днем. А где моя... Вот это, да, наверное? Так, ты кто такая? Это дочка моя, ага. Привет, папа, у меня все хорошо. Понятно, я скоро ухожу в школу. Давай-давай, иди-иди. А, подожди, а в смысле ты идешь в школу? На улице же типа самоизоляция. Можешь работать на моем компьютере, я не против почти. Так, значит, я работаю на ее компе. Ну, давай. О-о-о! Инопланетянин с котенком. Как это мило. Так, правила выдачи QR-кода. Всем студентам, должен быть... Для выдачи QR-кода человек должен быть младше 65 лет. То есть всем, кто старше 65 лет. А включительно, типа 65 лет, я могу выдавать? Или это типа старше уже, наверное, да? Ну да, видимо, 65 это уже я не выдаю. То есть до 64 лет я могу выдавать. Хорошо. Вы готовы к работе? Вам следует ознакомиться с инструкциями на почте, прежде чем... Да я уже ознакомился, да, погнали. Новые запросы. Так, 93 года, выдать? Нет, не выдаем, игнорируем. О, подожди, в смысле? А, я типа просто ничего не делаю, да? Вот этому можно выдать. Дальше смотрим. Этому можно выдать. Ну, здесь, в принципе, сейчас будет, я думаю, легко, что мы просто выдаем тем, кому... Еще не стукнуло 65 лет. Пенсионер 55, 59, 25,
63 тоже можно выдать. Композитор, да? 70. Нет, 70 не выдаем. 46 выдаем. 42 выдаем бухгалтеру. 75 не выдаем. Что-то ты на 75 лет особо не подходишь-то. 13 школьник выдаем. Подключение к серверу. Блин. В смысле? А что происходит? У меня зависла игра в игре. Кажется, что сломалось. Стоит спросить у начальника в телеге. Уровень стресса увеличен. Введите текст. Привет, я не могу завершить свою работу. Появляется сообщение приключения к серверу. В чем дело? У нас накрылся сервер, поэтому сегодня день закончен до завтра. Вон и как. Так, а мне надо выключить, да, наверное, это все дело. Вот так вот. Так, у нас вечер уже, ночь, снег идет. А, Дима, платишь счета. Бумаги здесь на тумбочке. А где тумбочка у нас? Вот это, да? А что вы тут сидите? 370 юблей. Но я, в принципе, в плюсе пока. Это кто у нас? Малахов? Мы пригласим с улю бомжа Васю, который на прошлой неделе сжег вышку 5G. Что вы можете сказать по этому поводу? 5G — это зло, это все правительство. Это все Бургерстан, да, это все они. Так, ладно, понятно, бред какой-то вообще полнейший. Так, ребята, чё? Как вы странно сидите. А, дорогой, как прошел день на работе? Хорошо, клиентам нравятся мои стрижки. Правда, поговаривают, что нас могут закрыть из-за COVID-19. Но не думаю, что это правда. Конечно, кто же тогда будет людей стричь? Она у нас, получается, работает парикмахером, да? Нормально, раздаю QR-коды, скучаю. Программисты даже кнопку «Отказать» не сделали. Кстати, да, кнопки «Отказать» там нет, это правда. Молодец, рада за тебя. Так, ну хорошо, давай поболтаем с дочкой. Что нового в школе? У Васьки сегодня инета не было. Вот лол, он не смог получить QR-код единицы из класса. Ха, лошара. И сидел дома вместо урока. Так, ну все. А это, типа, закончить день, да? Или как? Лечь на кровать, наверное? Да, лечь спать. Все. Рабочий день закончился, с ними поговорили. У вас есть фонарик в вашем телефоне. Так, идти в туалет. Фонарик. Пойдем. Так, а туалет у нас вот здесь, да? Нажмите, чтобы взаимодействовать. Так. Окей. А теперь, видимо, смыть надо все это дело. Все, смываем все это дело. Ты услышал шум на кухне. Блин! Ух, так, понял. Я тебя понял, хорошо. Так, подожди, вот так вот. Оп, все. Теперь идем сюда. Теперь делаем вот так. Вот это я, конечно, сейчас очканул. Так, день номер один. Начало. Это был первый день самоизоляции. Я выдавал коды и правильно не получил штрафов. Я решил не экономить на еде. Ночью мне плохо спалось. А, это типа итоги, да? Первый день самоизоляции. Выдавал коды правильно и не получил штрафов. Решил не экономить на еде и ночью мне плохо спалось. Деньги. Да, я в плюсе. 460 бачей у нас. Отношения в семье хорошие. Уровень стресса незначительный. Ну, типа, стресс я получил из-за того, что... Ну, были вот эти проблемы с работой. А вот. То, что меня какое-то напугало пугало, я почему-то стресс из-за этого не получил. Здравствуйте, жители Юблинской Федерации. В эфире новости на Первом государственном телеканале. Здесь вы узнаете все, что нужно знать каждому гражданину Юблинской Федерации. Вирус опасен, чем мы думали. COVID-19 унес более 10 жизней, а количество зараженных поднялось до 250 людей, сказал министр здравоохранения. К другим новостям. Вчера лег сервер QR-кодами. Полиция считает, что это была террористическая кибератака.
Но наши доблестные программисты Юблинской Федерации устранили все вирусы, и сегодня программа работает в штатном режиме. Наш телеканал еще раз всем напоминает, что всем нужно сидеть дома и выходить только по необходимости. Жителям 65 лет и старше запрещено покидать свои дома. А в конце выпуска мы собираемся показать, как знаменитости выражают соболезнования врачам, чтобы немного нас подбодрить. Понятно. Все, идем. Так, у нас по идее так же, да? Подожди, у меня включен фонарик? Да, у меня включен фонарик. Все по идее так же осталось. Так, идем сюда. Почему стол валяется? Как его поставить на место? Меня это бесит немного. Почему он просто не закреплен к земле? Доброе утро, милый. Как у тебя дела? Кошмары мучили ночью. Что-то ночью кошмары мучили. Ты не переживай, наверное, ты просто нервничаешь после первого рабочего дня. Пройдись до магаза, станет лучше. Сегодня твоя очередь в магазин идти. Благо еще правительство не додумалось вводить пропуска за поход в магазин. Что-то нужно купить? Молоко, яблоки, туалетную бумагу и гречку. Спроси еще дочку, может ей что-нибудь нужно купить. Ну давай пойдем в магазин сходим. Я не знаю, я именно пойду туда или типа просто такой банс, и я типа сходил. Дочка, Анночка, что тебе купить? Собачку. А, сейчас, блин, вообще-то в продуктовую иду. Так я купи шоколадок каждому. А, ну хорошо, в принципе, деньги есть. Я куплю всем сладкое. Так, ну все, а как, что теперь? Выходить? Е, спасибо, папочка, ты самый лучший. Я пошел в магазин. А, до встречи, милый, я тебе написала список товаров, отправила в телефон, чтобы ты не забыл. До вечера, папочка, всем пока. В смысле, до вечера? В какой ты идешь в магазин, что ты уходишь до вечера? Только утро, и он уходит... О! Ля красота какая! Новое сообщение в телеге. Жена. Так. Вот список, что купить. Крупа. Гречка, да? Две штуки. Так, хорошо. Так, берем тележку. Тележку берем. Тележку бери, блин! Он не хочет брать тележку. Ладно, тележка не берется. Здравствуйте, сэр. Мне нужна крупа. Я не знаю, где ее здесь искать. Офигеть. Полки просто забиты. А где крупа-то, елки-палки? Вина всякие, пивко, кока-кола, коробки. Я могу через них пройти? Нет, конечно же, я не могу. Так, ну в холодильнике крупы явно не будет. Вам помочь? Куда ты прешь? Ты в смысле, блин, окаянный? Ни хрена себе, вот молодежь пошла. Совсем старших не уважают. А ведь мы воевали, вот, вот как сейчас помню. Да иди ты, блин. Психанутая какая. Чё? Очень странный магазин. Так, крупа. Берем, там две надо было крупы. Так, чё еще? Две крупы, яблоки, пять штук. Яблоки, 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 тыблоки. Вот они, да, яблоки. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять яблок. Туалетка одна. Опа, туалетка. Это, кстати, валяется здесь. Прям туалетку. Что еще? Молоко, два молока. Тут еще морозильная камера, два молока. Молоко, наверное, у нас здесь стоит молоко, скорее всего. Вот оно, да. Открыть молоко. H, два молока. А, шоколадки еще. Три шоколадки надо. А где шоколадки найти? Обычно шоколадки на кассах. Тут бухло. Так, подожди, шоколад. А я, кстати, даже не знаю, как они выглядят. А, я не могу тут взять, что хочу. Мне нужно взять только определенные товары, поэтому мне надо просто... пройтись и посмотреть, где я могу взять шоколадку. Ну, здесь уже такая бытовая какая-то химия. Порошки, типа, все дела. Здесь, да, ну да, здесь такого не будет. Бананы, морковь. Блин, очень много всякого, на самом деле. Шоколадок здесь не будет. Шоколадка, скорее всего... А, подожди, вот в этом я, по-моему, отделе не смотрел, да. В этом отделе не смотрел. Тут чай, кофе... Полки полупустые, видимо, это тоже отсылка к самоизоляции против ковида. Так, ну вот это похоже. Вот, да, шоколадки. Взять шоколад, 55 юбьей. А тут, и тут тоже, да, 55 юбьей. Я возьму вот такую красненькую. Раз, два,
3, каждому по шоколадке. Ну, вроде бы все, подожди. Молоко 2 я взял, туалетку взял, яблоки 5 штук взял, гречку взял, шоколадки купил. Все, здравствуйте. Здрасте, здрасте, пакет нужен? Да, пожалуйста, самый дешевый. Да, давай. Карта магазина девяточка есть? Ха-ха, девяточка. Нет у меня девяточки. Оформить не желаете? Желаю, давай, давай. В смысле? Нет, спасибо, нет, это... нет, спасибо. Товар по акции? Нет. Ну, все это знают, все это знают. Особенно, когда приходишь в какой-нибудь там условно магнит, да, и там ужас какой творится. Да, заплатить. И чё, где мой пакет? До свидания. До свидания. А где пакет? Пока. Пока, до свидания. Заражен? В смысле? Я заразился? Там было написано заражен. Маску надо... А кто стол поставил? Маску надо носить. Опять этот стол глючит. Так, у вас новое сообщение в телеге. Телега, телега. После того, как я дал пенделя, починили серу, еще один... Так, подожди, подожди, хватит, да, я почитаю. Еще не сделали кнопку «Отказать», чтобы не давать QR-код. Как обычно, я выслал на почту указания, выдавай коды всем депутатам, даже если они старше 65. Все, иди работай. Так, все, я понял. Короче, Слифосовский. Где у нас? Вот здесь, да, по-моему? А эти? Никого нет дома, я один? Ладно, пойдем поработаем. Садимся. Ну, я уже ознакомился, в принципе, в телеге. Так, 57 лет, выдаем. Дальше, 30, выдаем. 41, выдаем. Моряк у нас, да, 59, выдаем. 61, медицинский работник, выдаем. Пускай идет, работает. 24, летчик. Выдаем. Профессор, вот так, 34 года. 56 бухгалтер выдаем. 60, опа, пенсионеру не выдаем. Нет, 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 нет. 35 пенсионер. А чё, фотки нету? Ну ладно. Чё, твоя жирная мамашка? Отказать. В смысле новая? А надо было выдать, что ли? Пенсионер, отказать. 65 пенсионер, отказать. 62 пенсионер, выдать. 64 профессор, выдать. 47 политик, выдать. Конечно, политикам вообще по умолчанию выдаем. 58 выдать. 27 певец, выдать. 36 выдать. 14 школьник, выдать. 27 выдать. Я всем, да, сегодня походу выдам. Отказать. Выдать. Дизайнер 61 год, охренеть. Летчик, выдать. Я уже всем выдал, блин, отказать. Пенсионер 68 лет, сидит дома, блин. QR-код Generation Up 02, версия ранняя альфа. Пенсионер, это Сталин, что ли? Отказать. Так, ну, новый запрос, пожалуйста, мне. Так, студент, выдать. 38 лет студентке. Выдаем, 38 лет студент, ну такое. 27 официанта. Чего у тебя одежда какая-то странная? Ладно, выдать. Так, 66. Отказать пенсионеру. Композитору выдадим. А мы работаем, наверное, до 18.00, скорее всего. Депутат 59 лет выдать. Депутатам всем по умолчанию надо выдавать. То есть на возраст можно даже не смотреть. А вот всем остальным можно смотреть на возраст. Певец 50 лет. 51 пенсионер выдаем. Пенсионер дома должен сидеть. Чего вот это шастать ходить? Правильно, правильно. Пенсионер 85 лет. Офигеть. Сиди дома. Так, журналисту выдаем обязательно. Инженеру выдаем. И здесь пенсионеру отказать. Все, 63 пенсионер. А выдать. Рабочий день окончен. Зарплата 600 юбией. Так, мне интересно, что там мне на почту пришло, когда там... Короче, там, видимо, был какой-то дурачок, который написал там какую-то похабщину. А не тумбочки, там же, как всегда. Так, это у нас не то. Подожди, а...
А, стоп. Наверное, это надо зайти в письма. Новые сообщения. Духи Юблинский. Я гадал, как в пятом поколении. Мне 101 год, и я требую, чтобы вы мне выдали код. Это не моя прихоть, а воля древних духов Юблинской Федерации. А, да, сейчас. Правила выдачи QR-кода. Написать сообщение. Подожди, а я могу ей типа сообщение написать? Не 101, я требую. Да, не, я не буду тебе выдавать код. В смысле, блин, ты чё? Может, это в телеге какой-то? Иди работать, хоть балби. Наша продвинутая нейросеть неправильно выданный код. Так в смысле неправильно? Там фотки не было, это вообще был не паспорт, это вообще была какая-то хрень левая. А чё свет везде включен? Ребята, вы чё, блин? Свет надо выключать. Мне вообще-то платить за него деньги. Закрой дверь. Так. Чё у нас? Давай поговорим. Дорогой, сегодня день на работе прошел великолепно. Часто сегодня уехала на совещание, намекнула, что завтра нам привезут хорошие вести. Они доверяют, что каждому выплатили помощи за коронавирус. А у тебя как день прошел? Да, особо без изменений. Один раз ошибся, на штраф не выписали. Молодец. А, ну штраф нам не выписали, это хорошо. Так, дочка, как у тебя день прошел? Я написала контрольную по математике на пятерку. О, молодец какая. Спасибо, пап. Кстати, тебе сегодня не попадался QR-код от твоей жирной мамаши. А, так вот это кто был. Да, я видел. И что это такое? Это мой одноклассник сделал. Смеялись всем классом. Вот говно собачье. Мне за него чуть не поругали. А, было весело. Кстати, а что у тебя? А что у тебя? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Разве ж так можно сидеть-то, а, делать? Хорошего вечера, жители Йоблинской Федерации, в эфире ваше вечернее шоу на первом государственном канале. Сегодня мы будем узнавать, насколько вредны гамбургеры. Мы пригласили в студию бомжа Васю, который на прошлой неделе съел гамбургер. Василий, что вы можете сказать по поводу этих... респект этим, как их там, хабергам? Так, нашел в помойке и поел впервые за 6 дней. Спасибо, Василий, за очень развернутый ответ. У нас в студии есть и противник гамбургеров. Встречайте. Эксперт в гамбургерах Анна Толстых. Когда ты ел гамбургер, кажется... Фу, ладно, короче, понятно. А, все, двигаемся, в принципе... А, счета, подожди. 300... Как сходил в магазин, все, что нужно, купил. Кстати, спасибо, что купил все, что нужно было в магазине, о чем я тебя просила утром. И спасибо за шоколадки. Пожалуйста. Все. Счета я оплатил. Все, можно ложиться, наверное, можно ложиться спать. Есть хочется, пойду что-нибудь съем на кухне. Опять, блин, да там 5 сейчас тут меня напугает. Так, сюда, сюда. Свет есть. Никто меня там пугает. Там кто-то ходил на улице, нет? Нет, никого нету. Ты как-то странно спишь? Никто не пугает. Так. Но я съем яблоко. И все. Чё, блин? Это ванна. Открылась дверь в ванну. Кто свет не выключает, блин, ходит? Кто-то зубы, видимо, чистил, да? Ты зубы чистил? Чё ты смотришь на меня? Очень странное поведение. Или эта дочка здесь бегает в ванне? Выключаем свет. Надо свет экономить. Что-то странное случилось в ванне. А что странное случилось в ванне? О. О. Ох ты ж, блин! Не суди их. Надпись на зеркале. Не суди их. А кого не судить-то? Но это было не так уже страшно, как в прошлый раз. Все. Сюда.
Спать. А чё ты спать не можешь? А почему он спать не может лечь? Иди спать, тебе нужно явно отдохнуть. Да, по-любому нужно отдохнуть. Денег, закрываем дверцы, ложимся спать. День 2. Туда и обратно. Это был второй день самоизоляции. Сходил в магазин перед работой. Купил все, что сказала Ольга. Купил шоколадки. Я выдавал коды правильно, не получил штрафов. Ночью мне плохо спалось. Это был второй день самоизоляции. Сходил в магазин перед работой, купил все, что сказала Ольга. Купил шоколадки, я выдавал коды правильно, не получил штрафов. Ночью мне плохо спалось. Почему? А почему одно и то же? Воу, это премия какая-то типа 1800. Отношения в семье отличные. Уровень стресса высокий. Ой, у меня стресс. А как мне стресс снизить? Что там такое? Там что-то светится. Смотри. Там пиксель светится. Ляди какая цаца. А почему он светится? Это, видимо, какая-то багуля, да? Так, ладненько, ребят. На сегодня будем тогда заканчивать. Чё, как вам вообще игра? Понравилась, не понравилась? Ой, я могу шторы закрыть. Прикинь, прикол. Если вам понравилось, вы хотите продолжение, обязательно напишите мне об этом. 30 лайков наберем. А почему у него, кстати, балкона нету? А, балкон, видимо, елка закрыла, да? Понятно. Вот, 30 лайков набираем, я продолжаю. С вами был Корин, всем удачи и пока-пока.